Итак, давай учить уроки. Сколько будет? 5, 5, 2, 1. Молодец. Сколько будет? 5, 4. А вот и нет. 7. Ха-ха-ха. Ты получаешь двойка, это родители. Нет. Нет, нет. Только не С. Я напишу двойку. Все, написала двойку. Нет. Только не С. Когда же они же придут? Коржик и компот. Вот они. Вот значит, мне коржик поставил двойку. И что надо делать? Надо сказать маме и папе. Точно, мою шляпе. Сейчас я тебе вернусь. И все, теперь я положу мне на место. Сейчас я верну шляпе. Все, карамелька, уже высохли. Ой, привет, коржик. Ой, коржик, пропал шапка. Не может быть. Сейчас и проверю. Компот, что же ты сразу не сказал, что у тебя шляпка? Ай, где твоя шляпка? Нету там. Нету там. Куда же? Сейчас я проверю. Ага, здесь фуражка. Нет, только не двойка. Компот, почему ты сразу не сказал, что у тебя двойка в школе? Это был виноват коржик. А я извиняюсь. Я извиняюсь. Перед кошкой. Я извиняюсь перед кошкой. Нет! Да не извиняюсь! Я сейчас. Как можем идти к кошку? Как? Я знаю, что надо делать. Мы будем подарить сюрприз для коржика. Точно, давайте. И делаем мы подарок для коржика. Вот он. Здесь мы подаем ему коробку. А давайте спрятаем эту коржика часть. Давай, давай. Ну вот, теперь у меня двойка. Не расстраивайся, компотик. Сейчас мы попьем чай. Сюрприз. Да-да, сюрприз. Да-да, сюрприз, сюрприз. Сюрприз. Котятки, не забыли про них.
Сейчас я надену, сниму, вот надену. Ой, ну это не будет где-то скейта. Сейчас тебе несу. Спасибо, котят. Мне так можно это ужин зачистать. Вот так, котятки. Пони, кошек играл. Что это могут плохим? Двойка в школе. Она начал написать. Ну что, третий праздник. Это третий весело. Используй. От ружки помнишь, что ты когда победишь? Что вы хотите стать?